В Югре до Нового года завершат возведение сразу 5 крупных объектов. Об этом сообщила губернатор во время заседания профильного штаба. Отставание от графика зафиксировано лишь на строительной площадке канализационно-насосной станции в Пытьяхе. А вот в Нижневартовске уже отчитались о завершении работ на третьей очереди очистных сооружений. На подходе сдача образовательных объектов. Так, в Белоярском до 30 декабря в эксплуатацию возведут детский сад. Еще одно дошкольное учреждение на 240 мест появится в Октябрьском. Оно закроет потребность в ясельных группах. В этом же поселке до Нового года сдадут современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. А в Березово в скором времени откроется авторечной вокзал. В отношении введенных объектов, те, кто был задействован на обеспечение работы в эксплуатацию, огромное спасибо за завершение работ и подрядным организациям, и заказчикам, там, где была использовалась система контракта, инвесторам, там, где использовались государственно-частное партнерство.